Просто утром, когда встаете, первую фразу, которую вы себе задайте, вопрос, скажите, я сегодня выбираю прожить радостный день или как получится. И когда ты в постели же еще ничего не случилось, ты говоришь, я выбираю радостный день. Вроде пустая фраза, но зато, когда целый день ты ходишь, ты каждый раз возвращаешься, якорь. Ты такой, это же мой выбор, да. Угу. Что я вдруг начал куклиться? Я же сегодня выбрал, сегодня провести радостный день. И ты такой, все, гори оно синим пламенем, я сегодня выбрал. Так вот, радость и счастье – это выбор. Это не то, что с вами случается автоматически. Это выбор. Ты сам выбираешь, кем быть.